Нешуточные страсти на игровом поле. В спорткомплексе «Красный якорь» очередные соревнования. На этот раз здесь проходит 33-я областная спартакиада по баскетболу среди юношей до 16 лет. Участие принимают 8 команд. Это город Кирово-Чепецк, город Слободской, Афанасьевский район, Верхнекамский район, Слободской район и Ореческий район. Мы ежедневно наблюдаем за тренировками у ребят из Слободского, потому что занимаемся с ними, ребята занимаемся с ними в одном зале. Они очень активно готовятся, я думаю, что они покажут результат. Первая игра сразу зрелищная и эмоциональная. Мотивирующие крики тренеров, поддержка зрителей. В первой баскетбольной схватке сразились юноши из Слободского района и Кирса. Егор Жуков приехал из Вахрушей. За что любишь баскетбол? За его динамичность, за его красоту, просто в сердце. Самое сложное – это, наверное, не думать на играх. Если ты будешь много думать на играх, ты не будешь забивать. Как к сегодняшним соревнованиям готовились? Усердно, постоянно работали над дриблингом, броском, чтобы совершенствоваться и показать хороший результат. Матвей Чураков – представитель команды города Кирса. Баскетболом занимается около 10 лет. Первый раз познакомился с этим видом спорта, когда еще ходил в детский сад. Ходил к дяде. Занимался, бросал. Мне понравилось. Вот решил начать по-настоящему заниматься, как бы тренироваться, развиваться потихоньку. Расскажи о вашей команде. Боремся, стараемся, как бы не боимся играть. Пытаемся, конечно, побеждать. Мне нравится баскетбол, потому что как бы когда бросаешь трехочковые, они так чисто залетают. Очень нравится этот момент. Когда блокируешь противников, как бы само ведение, дриблинг, все это очень красиво выглядит. Баскетбол – командный вид спорта, поэтому игрокам необходимо прилагать совместные усилия для достижения победы. Зачастую именно слаженная и грамотная игра становится определяющим фактором в успехе команды.